Здравствуйте! В эфире актуальное интервью в студии Кристина Алексеева. В сегодняшнем выпуске поговорим о спорте, а именно об успехах ставропольских спортсменов в соревнованиях разного уровня по итогам 2022 года. Узнаем, кто занимается в краевой детско-юношеской спортивной школе, кто и как тренирует чемпионов. У нас в гостях Татьяна Чалая, заслуженный мастер спорта по кикбоксингу и боксу, инструктор-методист, а также тренер-преподаватель краевой детско-юношеской спортивной школы. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Ну и сразу такой вопрос. Вот прошел 2022 год. Сразу, как вы можете сказать, чем гордитесь? Ну, на самом деле, нам есть чем гордиться, потому что в этом году наши ребята, наши воспитанники показали высокие результаты практически по всем видам спорта. А наша школа славится и тем, что у нас очень много видов спорта, поэтому нам похвалиться есть чем на самом деле. Угу. А какие виды спорта представлены в вашем учреждении? В нашем учреждении представлены практически все виды единоборств. Это рукопашный бой, кикбоксинг, бокс, самбо, дзюдо, карате. Также у нас есть очень прекрасный вид спорта, который очень сейчас набирает динамично темп развития. Это бадминтон. Есть также плавание, есть легкая атлетика, как бы, так сказать, популярный вид спорта. Есть у нас пятиборье. Также, ну, практически все, которые виды спорта есть, основные, они у нас присутствуют в школе. Ну, а самые популярные все-таки легкая атлетика остается? Да, все-таки самая популярная легкая атлетика, но хочу сказать, что все-таки результат больше по единоборствам. А кого у вас больше, девочек, мальчиков? Да и вообще, давайте поговорим, что вот в 2022 году, в прошлые годы, не будем пока брать этот год, а кто занимается? Это дети какого возраста? На самом деле до вот этого года, до конца 22-го занимались у нас дети от 7 лет и до 17, то есть до 18, так как это была детская школа, то есть акцент на детское. Сейчас в связи с вступившим законом 127 о гармонизации, ну если кратко сказать, мы теперь все будем работать в одном, так сказать, звене, в одном законе. Что оно подразумевает? Что сейчас развитие спорта в стране будет выстроена система спортивной подготовки. И, соответственно, то есть не будет никакого разделения ни между министерствами, ни между детским спортом и взрослым. На самом деле это здорово, что такой закон вступил в силу, и мы будем, я думаю, целенаправленно к нему стремиться, ну, чтобы были высокие, более высокие результаты. Я думаю, что все получится. Ну, это мы так сразу перескочили к планам на 23-й, на этот год. Но действительно тема важная, нужная сегодня. А вот чтобы наш зритель понимал, то есть теперь этот процесс будет выстроен так. Пока ты еще, будучи ребенком, занимался в спортивной школе, так и далее, уже там после 18 лет и много-много-много лет ты можешь также быть прикреплен к этой школе и заниматься в ней? Да, на самом деле, вот этот 127-й закон, я повторюсь, он подразумевает спортивную подготовку, то есть выстроение системы этой спортивной подготовки. То есть если раньше наши дети, которые учились в краевой детской спортивной школе, по окончании общеобразовательной школы шли, так сказать, в свободное плавание. Сейчас происходит то, что наша школа и другие школы будут, так сказать, выполнять условия нашего закона, нового замечательного закона. И теперь, независимо от того, сколько ему лет, потому что школа будет краевая спортивная школа. Соответственно, человек пришел в школу с 7 лет, он может продолжить дальше и по окончанию общеобразовательной школы также тренироваться в спортивной школе и достигать высокие спортивные результаты, независимо от возраста. Продолжите курировать как бы его соревнования, направлять на соревнования. Вот что еще будет входить в ваши обязанности? Да, естественно, это выезды на соревнования, это дополнительные сборы этим спортсменам. Соответственно, это опыт, огромный опыт. Соответственно, как бы спортсмен растет тогда, когда он выступает на соревнования. Соответственно, это дополнительный бюджет соответственных выездов на эти соревнования и на сборы, что важно очень для спортсменов.
Вот наверняка сейчас у вас есть спортсмены, которым уже там 17-18 лет. То есть это ребята, которые до вступления в силу закона думали, что они, ну, закончат у вас заниматься. Обрадовались ли, хотят ли, продолжат ли? В первую очередь обрадовались мы, тренеры, потому что... Не хочется прощаться, да? Ну, как бы ты вложил в человека время, душу, есть результаты. Конечно, есть желание и у тренера, и у спортсмена продолжать дальше развиваться в спорте. И, соответственно, мы их никуда не отпускаем. А так получается, что где-то человек проходит спортивную подготовку, а кто-то тренирует. Сейчас этого не будет. То есть кто тренирует, там же и человек, этот спортсмен проходит спортивную подготовку. Это не только для спортсмена большой плюс, это и для нас большой плюс. Это большая возможность развиваться профессионально, естественно. Это выезд, опять же, на соревнования. Это какой-то обмен, это повышение квалификации. Это новый большой уровень для, да, вашей школы. Да, это большие возможности. Вот вы заговорили о тренерском составе, сразу стало интересно. Расскажите нашим зрителям, кто тренирует спортсменов, какие специалисты работают у вас? На самом деле, я думаю, что у нас самый лучший состав в нашей краевой школе. Я могу судить, потому что я сама бывшая спортсменка, много ездила, много видела. И я могу с уверенностью сказать, что наша школа самая лучшая, будет еще лучше и будет больше результатов приносить в связи вот вступлением этого закона. Работают у нас как мастера спорта, так и заслуженные мастера спорта, и заслуженные тренера России. И знаете, вот такой удивительный факт, что у нас работают и очень много молодых специалистов, и есть специалисты, которые профессионалы с большим опытом, и они готовы этот опыт передавать нам, молодым специалистам. То есть у кого брать опыт и чему стремиться, и к чему, чего учиться. То есть вот есть, давайте так, чтобы прям познакомить с тренерами, вот, может быть, такие заслуженные тренеры, которые много-много лет работают, вот так подробнее о них. Ну, я могу сказать, что самый, конечно, главный наш тренер – это наш директор Пашков Петр Иванович. Он заслуженный тренер России по боксу, по кикбоксингу. Соответственно, он нас всех собрал и подобрал молодых специалистов не то, что там единоборств, всех. По другим тоже видам спорта он пригласил молодых специалистов, которые амбициозны, которые готовы работать и работать на результат. Это легкой атлетики, Рыбальченко Ольга Владимировна, а также Слесарева Максим, у нас молодые специалисты по легкой атлетике. Соответственно, в единоборствах у нас практически все ребята или заслуженные мастера спорта, это вот Малика у нас Шахидова, она спортсменка. Заслуженный мастер спорта по рукопашному. Алдамова у нас мастер спорта международного класса. Также ребята у нас все, в принципе, преподаватели. Тренеры-преподаватели имеют либо первую, либо высшую категорию, что как бы подтверждает профессионализм наших тренеров-преподавателей. Ну и, конечно, подтверждает профессионализм результаты спортсменов, которых эти же тренеры и тренируют. Вот вернемся все-таки о достижениях. Вы так скромно сказали вначале, что их много, гордиться есть чем. Но вот давайте подробно, какие соревнования проходили в 2022 году, каких успехов вы достигли, что самое значимое было? Значимое было, это вот в марте месяце у нас проходило первенство мира, где наша ученица Диана Пятак на первенстве мира выиграла первое место. Мы очень гордимся. Выполнила она мастера спорта по рукопашному бою. Также в октябре она стала чемпионкой России по боксу в самом престижном весе, в тяжелом весе, что говорит о профессионализме наших тренеров. И тоже выполнила мастера спорта. Сейчас, в данный момент, она находится на сборах в составе сборной национальной команды, где готовится к чемпионату мира, который пройдет в марте в Индии. Я думаю, что успеха не будет, так сказать, ждать долго. Я думаю, что мы рассчитываем на то, что она возьмет медаль на чемпионате мира. Действительно, это вот гордость края. Да, это гордость края. Также у нас выступала в июле месяце Малика Шахидова, которая на спартакиаде сильнейших, где, кстати, первый раз проводилась эта спартакиада, приравнивается она к Олимпиаде, так как нас немножко в связи... Ну, спасибо.
с политической обстановкой, да, нас немножко отодвинули от мирового спорта. И впервые была проведена первая спартакиада среди сильнейших. То есть вызвали самых лучших спортсменов России. Малика Шахидова заняла 3-е место, что как бы очень почетно. Мы гордимся ей и надеемся, что она дальше покажет более высокие результаты, станет и чемпионкой и мира, и Европы, и, надеюсь, Олимпийских игр. То есть нашему краю не нужно переживать, есть на кого надеяться, за кого болеть, настоящие спортсмены. Вот сколько лет девочкам? Диане 22 года, а Малике 29. То есть молодые девушки, которые представляют наш край, таких сложных видах спорта, действительно интересно. Да, я согласна. Это вообще как бы бокс – олимпийский вид спорта. Бокс – очень сложный вид спорта. Это спорт высококоординационный. Поэтому, и тем более, это спорт, будем говорить, сильных волевых людей. И очень приятно, что наши девчонки выступают, тренируются и показывают высокие результаты. Но это не только в единоборствах. У нас, кстати, вот в этом году впервые на Ставрополье у нас девочки до 13 лет на первенстве России. Наша девочка из нашей школы заняла 2-е место в парной игре в бадминтоне до 13 лет. Это на Ставрополье такой высочайший результат первый раз. Вот я думаю, что дальше будет чему стремиться. Немножечко не хватило, чтобы взять золото. Ну, наверное, волнение. Как бы превысили, так сказать, желаемые, и поэтому как бы второе. А так, конечно, мы рассчитывали на первое, но это очень большой результат. Также ребята выступали по самбо. Есть победители первенства России по самбо. И среди взрослых призеры есть, которые попали в состав сборной, и теперь уже будут они бороться за медали на первенстве России, на чемпионатах России. Вот, к слову, о бадминтоне. Казалось бы, вот и не связывали мы раньше его с таким спортом. Такая это была детская игра, где. А сейчас это такой упор делается даже у нас в Ставрополе. Сколько лет вот можно уже было заниматься бадминтоном? Для тех, кто, может быть, только думает, куда отправить своих детей, популярен ли бадминтон сегодня? На самом деле я могу сказать, что в мире это очень быстро развивающий, динамичный вид спорта. На самом деле он очень классный. Он развивает и ловкость, и силу, и дети очень хорошо ориентируются на площадке. То есть они начинают более пластичными, гибкими становиться и в жизни, так сказать. Поэтому бадминтон очень классный вид спорта. Я его тоже очень люблю. И все те, кто у нас занимается в школе другими видами спорта, они также увлекаются бадминтоном. То есть им это очень нравится. Я думаю, что у бадминтона большое будущее. А со скольки лет можно заниматься у вас в школе? С 7 лет. Буквально, да. Первый класс, самый маленький возраст. И вот как происходит отбор? Нужны ли уже какие-то качества в том или ином виде спорта, чтобы быть принятым в школу? Или же это совсем вот пока никаких базовых знаний не нужно, умений? Принимаете, просто смотрите на потенциал. Вопрос в том, что так устроена, так сказать, система. У нас в школе есть бюджетное отделение, где занимаются 1200 детей, которые прошли отбор. То есть они перед поступлением на первый год обучения проходят тестирование, то бишь нормативы, согласно своему возрасту. Можно прийти и в 7 лет, и согласно своему возрасту сдать норматив и поступить на бюджетное отделение. Если ты, ну, не подготовился, можешь на следующий год, и у нас есть возможность тренироваться на хозрасчете. Ну, я могу сказать, что в стране, я думаю, нет таких цен, которые у нас в школе, что это очень все доступно, это все минимально, и я думаю, что любой родитель может себе позволить, чтобы ребенок тренировался и к чему-то стремился, развивался. Вот на данный момент сколько спортсменов занимается у вас? Вот на бюджете занимается где-то около 1200, плюс где-то 800
900 у нас занимается детей вне бюджета. Угу. То есть ну, более 2000 да. детей нашего края – это да. будущие спортсмены. Всегда ли так получается, что вот, ну, будем брать уже подростковый возраст, те ребята, которые достигали успехов, занимались, они всегда идут в большой спорт? Или же есть ситуации, когда все-таки решают связать свою жизнь с каким-то другим видом деятельности? Как реагируют тренеры? Ну, вообще, как бы наша школа подразумевает... Дети, которые пришли в нашу школу, они в первую очередь должны быть здоровыми. То есть это здоровье детей, здоровая нация, то есть это самое в приоритете то, что у нас есть. Потом, если у ребенка есть желание, то, конечно, он идет дальше, идет и стремится, выступает на соревнованиях и достигает каких-то целей. А есть дети, знаете, они приходят на бадминтон, а заканчивают борьбой. То есть у нас еще очень классно, что есть возможность, обучаясь в этой школе, заниматься многими видами спорта. То есть они практически там попробуют немножко, там попробуют. И где-то дети себя находят. Не нужно куда-то ходить, где-то искать там один вид спорта, легкая атлетика, где-то дзюдо там, или карате. У нас все это в школе все есть. В одном месте. Да. Все то есть ребенку сразу. Не понравилось, они в процессе обучения, они так и по кругу ходят. Начали с плавания, заканчивают там в бокс. Или же ребенок раскрывается. Вот есть ребята плавают, но не будет с него пловца. Родители видят, тренер видит, они его передают другому тренеру, и у него там он раскрывается. И у человека получается результат. У него есть желание, и он стремится. Главное, так сказать, ребенку показать все меню, а он сам выберет, что ему по душе. То есть не останавливаться. Вот такой у вас подход, что в любом случае, если ты уже решил погрузиться в спорт, то ты себя найдешь. Конечно, конечно. Дети себя находят. И самое, что интересно, занятия спортом, это профессионально или непрофессионально, но я хочу сказать, что это воспитывает у них... Они более осознанны, они более собранные становятся, и они уверенные в себе. То есть это другие немножко дети. Я хочу сказать, что в нашей школе мы всегда им говорим, что вы элита. Вы сюда пришли, вы должны быть другими, вы должны изучать историю, изучать то есть, ну, науки, вы должны ориентироваться, то есть ну, быть умными людьми. Если разносторонними. Вы, да, если вы хотите, грубо говоря, идти и стать хорошими людьми. У нас очень сильно идется работа патриотическая. Много детей мы воспитываем, в каком плане проводим беседы. В связи, тем более сейчас сложившейся ситуации, нужно детям объяснять, нужно рассказывать, чтобы они понимали, что происходит в стране, чтобы они на уровне своего возраста делали выводы для себя и к чему-то стремились, чтобы они как-то формировались как личность. И как бы у нас есть возможность это делать, и мы с ними работаем, разговариваем, общаемся, посещаем музеи, рассказываем о наших героях, которые сейчас уже есть, и герои России, которые тренировались и учились в нашей школе. Есть ребята, которые сейчас даже находятся на Украине, так сказать, на спецоперации. И мы гордимся ими, мы помним о них. Это тоже здорово, и хотим, чтобы тоже наше подрастающее поколение это знало и помнило, и разбиралось вообще с ситуацией, происходящей сейчас в мире. Ну вот сегодня действительно невозможно не затрагивать политическую обстановку в нашей стране, и это буквально пронизывает каждую сферу нашей жизни. И вот хочется спросить, а как политическая обстановка повлияла, да и повлияла ли вообще на вот календарь соревнований вот спортсменов в этом году, в прошлом ли, как-то влияет? Ну, конечно, это влияет. Это прежде всего моральный, конечно, настрой. Соответственно, это международные соревнования. Многих, то есть, ну и в связи с тем, что вся эта ситуация, в принципе, российские соревнования, некоторые, которые не знаю, чем были вообще отменены, а международные, в принципе, все отменены. Конечно, это большой отпечаток на спорт. И, конечно, не хотелось бы, чтобы спортсмены и мы, тренеры, стояли на месте. Хочется, конечно, развиваться, стремиться вперед и достигать высоких целей. Ну, у вас самый позитивный настрой на этот год, тем более, что планы, цели, тут много... масштабный процесс вот, реализации вот, 127-го закона у вас сейчас все это проходит. Какие-то, может быть, еще цели, планы есть? В каких соревнованиях планируют участвовать ваши спортсмены в 2023 году?
наши спортсмены будут участвовать, я думаю, что во многих соревнованиях. И сейчас увеличится соревнования, потому что будет возможность финансирования этих соревнований. И, соответственно, подготовки к ним. Это проведение сборов учебно-тренировочных для детей. Как для детей, так и для взрослых. Потому что у нас уже не детская краевая школа, а уже спортивная, краевая спортивная школа. То есть даже название поменяется? Да, поменяется название. Будет ребрейдинг нашей школы произведен. И, соответственно, у нас расширится... То есть количество людей, детей, как и детей, так и взрослых, я думаю, что будет больше в связи вот с принятием этого закона. Потому что будут заниматься не только дети, и у нас направленность будет не только детей, а также и взрослых. Ну, как вы можете ответить на вопрос, как помогает государство вот в вашей работе, поддерживает ли финансово еще как-то? Государство, конечно, помогает. Первый плюс – это, конечно, 127-й закон. Соответственно, он подразумевает спортивную подготовку. Конечно, это увеличение бюджета. Я думаю, что если они приняли правительство такой закон, и наш президент Владимир Владимирович Путин, ему огромное большое спасибо, я думаю, что спорт сейчас будет подниматься и будет подниматься уровень нашего мастерства как спортсменов, так и тренеров, потому что будет конкуренция, будет уже, то есть все мы будем, все тренеры, все спортсмены нашей страны, мы будем в едином законе работать и достигать высоких результатов. А то есть будет порядок, как бы, что уже большая помощь. Ну, видно, что вот тренерский состав особенно рад таким изменениям. Вот для тренеров как было, как стало, вот как проходит повышение квалификации, освоение новых навыков. Есть же специалисты, которые работают много-много лет, но это не значит, что нужно останавливаться. Как вот происходит постоянный обмен знаниями, получение новых? Все дело в том, что как раз-таки вот этот закон и подразумевает, вот мы, в принципе, наша краевая спортивная школа, она работала в этом законе. Просто было разделение министерств, то есть министерство спорта само по себе, то есть спорт высоких достижений, а мы, детский спорт, в другом направлении, то есть мы были разделены. Теперь мы все вместе. Соответственно, как бы мы будем работать все вместе, соответственно, это постоянные повышения квалификации, подтверждение квалификации, то есть это обязательное условие, соответственно, это будут все проходить, это, будем говорить, требования профессиональных стандартов именно не тренера, не просто тренера, а тренера-преподавателя. Угу. Кстати, наша школа проводит и повышение квалификации тренеров, судей, проводятся какие-то... То есть к вам даже приезжают специалисты? Да, приезжают специалисты, да, да, проходят они повышение квалификации, обучение на базе нашей школы, все это организуется и проводится. Мы сами проходим в Институте повышения квалификации, постоянно, так сказать, подтверждаем свою квалификацию, что-то мы новое постоянно изучаем, то есть и психологию также в спорте, потому что сейчас на самом деле... психология в спорте, но и вообще в жизни, вы прекрасно понимаете, что она одна из главных сейчас выполняет роли этой функции, поэтому и работа, конечно, психологические моменты, то есть и, соответственно, мы тогда уже находим подход к детям, то есть у нас расширяются возможности подготовки детей не только к спорту, но и к жизни, и смотреть на жизнь немножко другими глазами. Это тоже немаловажный фактор. Больше возможностей появляется. Если в целом, Татьяна Валерьевна, говорить сегодня о спорте, как вот ваша школа понимает, становится ли с каждым годом популярнее спорт? Меняется ли как-то отношение в массах к спорту? И вот, может быть, даже по сравнению с 2021 годом, стал ли 2022 год как-то успешнее для вас? Я так не могу сказать, что спортом занимаются, начинают заниматься с годами все больше. На самом деле, это горькая правда, очень мало занимается стало детей, потому что, ну, в любом случае, как бы 21 век, гаджеты, всякие развлечения другие дети находят. И, конечно, сложно детей, ну, также и нас, взрослых, сложнее становится заставить, мотивировать,
чтобы ребенок рос здоровым, красивым, умным. Конечно, все это отвлекает, но от этого никуда не денешься, но мы стараемся хоть как-то завлечь детей, как раз-таки, вот, чтобы они с детства приходили и, так сказать, мы их заражаем спортом, чтобы они болели за него, то есть, чтобы у них в душе была, так сказать, стержень, что они понимали, что для того, чтобы быть умным, красивым и успешным человеком, прежде всего нужно быть здоровым и, так сказать, уверенным в себе. Но чтобы быть уверенным, нужно иметь стержень. А для того, чтобы его иметь, его нужно воспитывать. Ну и буквально последний вопрос. Мы знаем, что сегодня для нашего края, для нашей страны очень важны семейные ценности. Вот как школа работает в целом с семьей? Какие-то выстраиваются отношения с родителями ваших спортсменов? И вот, может быть, было такое, что даже родители, там, смотря на своих детей, тоже шли в спорт, занимались и как-то вот меняли свою жизнь? Вы знаете, с родителями очень большая работа проводится. Проводятся родительские собрания. Мы объясняем родителям, что как бы, ну, в каком направлении им там, так сказать, больше уделить внимания. Это может быть и питание, может быть, это больше, так сказать, лечение там, от этих гаджетов. Там, то есть, ну, немножко корректируем. Потому что в любом случае родитель ну, не всегда может ребенку рассказать все, потому что наши дети, к сожалению, нас не воспринимают. А когда это говорим им, мы, тренеры, преподаватели, они, мы для них все-таки являемся авторитетами, они нас слушают. И как бы работа такая с родителями совместная, так сказать, ведет к более полноценному воспитанию личности и любого человека, ну, сначала ребенка, потом уже, конечно, человека. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Татьяна Валерьевна, за визит в нашу студию. Было очень интересно пообщаться. Мы желаем вам успехов, чтобы вот в этом 23-м году вот этот переход от детско-юношеской школы к просто краевой спортивной школе у вас прошел успешно, активно, чтобы все те планы, цели, которые вы сегодня ставите, вы обязательно их достигли. Успехов спортсменам. Передавайте от редакции своего ТВ большой привет, за всех болеем. Очень рады, что такие специалисты и тренеры, и чемпионы есть у нас в крае. Спасибо большое. Об успехах, подготовке и участии ставропольских спортсменов в соревнованиях разного уровня в 2022 году поговорили в студии актуального интервью с Татьяной Чалой. Ну а с вами была ведущая Кристина Алексеева. Не переключайтесь, занимайтесь спортом, оставайтесь на своем.